Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я вам расскажу, как перейти в полный экранный режим Windows 11 и как выйти из него. Бывает так, что вы вдруг видите, что у вас пропала верхняя панель и появляется она только с помощью наведения на нее мышки, а нижней вообще нет. Не начинайте паниковать. Значит, вы случайно в процессе работы нажали клавишу F11. Вот я ее нахожу. Вот я, смотрите, нажимаю, видите, появляется полноэкранный режим, до этого был, появляется панель. Вы вышли из полноэкранного режима и появилась панель внизу. Соответственно, перейти в полноэкранный режим опять будет нажать клавишу F11. Видите, она опять исчезла, мигает, а внизу пропала панель.